На 16% меньше, чем в прошлом году. В Курской области сократилось число преступлений, совершаемых молодежью и несовершеннолетними. Положительную динамику обсудили на координационном совещании по обеспечению правопорядка. Его провел губернатор Александр Михайлов. В прошлом году в области произошло около 7 тысяч преступлений. Каждое пятое совершили подростки или молодежь. Самые частые правонарушения – кражи и мошенничество. Чтобы отвлечь юное поколение от вредных занятий, в регионе регулярно проводятся профилактические мероприятия и акции. «Сообщи, где торгуют смертью», «Киберпатруль», «Дети России». У нас в областном центре только 5 добровольных народных дружин, которые сформированы из студенчества. Это ЮСГУ, Медуниверситет, Госуниверситет, РГСУ и Сельхозакадемия. Кроме того, имеется одна ДНД из числа молодежи, которая также участвует вот в этой предупредительной профилактической деятельности. Более подробно об этой работе отчитались главы Железногорского и Мантуровского районов. В городе Горняков, например, в 2017-м подростки не совершили ни одного преступления. Тревожные показатели в другой сфере. Почти на 3% увеличилось число происшествий на дорогах. Глава региона поставил этот вопрос на особый контроль. Железногорский район надо выехать, будет там, на месте, собрать глав низовых администраций, имеется в виду, да, актив там в доброй части, ну и всех, кто участвует в совместной работе, но посмотреть отдельно на ситуацию в Железногорском районе. На совещании поговорили и о долгах курян за топливно-энергетические ресурсы. Жители области недоплатили 2,5 миллиарда рублей.